Так, ребята, всем привет. Сегодня приехали на рыбалку. Сегодня не один, с другом, с Антохой. Всем здравствуйте. Сегодня с Антоном Сергеевичем будем рыбачить на подъемник с подводной видеокамерой. Также будем рыбачить на хапуге. На все ссылку оставим. На всякий случай, если кому интересно, можно будет найти по ссылке. Стоим мы, вон, видите, посреди болота. Сибирские просторы. Вокруг ни души. Только мы с Антохой и сазаны, надеемся. Вот попробуем сегодня этих сазанов поймать. Что из этого получится, естественно, все покажем вам. Но сейчас немного проплывем. Покажем, как наш болотоход по болотам прет. Дорогу немного покажем до ручьев. И потом попробуем порыбачить. Есть три варианта, где три места. В каком-то месте, я думаю, что-то нам удастся поймать. Уже шестой час, поэтому что-то надо придумывать быстрее до вечера. Так что смотрим, не переключаемся. Антоха уже, у него подъемник стоит, а в подъемнике он, у него все видно, что проплывает. Вот такая вот картинка у него в подъемнике. Сейчас карась у меня под подъемником горял, пришлось перекидывать. И Антоха уже умудрился не на видеокамеру поймать сазанчика, такого где-то килограмм полтора, и вместе с ним карасик. Причем карасик такой, смотрите, одноглазый. Вообще Антоха санитар леса, больных до кривых улавливает. Так что рыбалка продолжается. Сейчас Антоха с камерой сидит, я попробую хапугу забросить. Хватит здесь глубины или нет, пока что сами не знаем. Будем пробовать. Я еще не успел, ребят, вторую хапугу поставить. Антоха уже вытянулся за она. Давай, я подъемник подержу. Шест как-то ложи. На шест ложи, наверное. Блядь, стой, парень. Стой. Антоха сегодня удачно получается. Хапугу пока что тишина. Вот этот уже покрупнее. Да, это покрупнее. Ну-ка, покажи мне, подними повыше. 2-2,5 килограмма. Да. Ой, сазан темный такой, болотный. Давай, складывай его как-нибудь. То я, блин, и подъемник держу. И... Это уже покрупнее. Одноглазого карасика мы отпустим. Вон, видите. С одним глазом. Пусть живет. Ему и так тяжело. Вот тут его еще поймали. Думаю, спокойно он уплывет от нас. Давай. Оп. Попёр. Мимо хапуг. Антоха вообще хорошего сазанчика зацепил, этот килограмм 5, не меньше, ё-моё. Первого сазана ты пропустил, да? Да. Там их было три. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Там их было три, два маленьких проплыло, я их пропустил, я уже, считай, пустой подъемник думал тянуть. Это вообще отлично, Антоха, сазан, это килограмм 5 минимум.
Я его не видел. Такая вот чушка. Его подъемники не было. Ёлки-палки. Целая стайка шла. Такая вот у нас сегодня добыча. Че, пробуем туда хапугу поставить? Да, давай. Сейчас попробуем туда хапугу переставить. Может, все-таки в хапугу уже что-нибудь попадется. Все-таки здесь, наверное, прозрачность большая, и они оплывают ее. Я почему-то так думаю. По-моему, вот такой примерно проплывал. Килограмма на два. А за ним вот такая. Я не буду доставать, короче. Давай, доставай. Мы его сейчас вешаем, у меня весы есть сразу с собой. Ну, доставай весы. Где я? Ох, весь в крови. Как ты ему под жабры засувал. Вот такой, короче, хмырь. Ну-ка, ну вытяни его. А он сейчас боишь? Трепыхаться будет. Да ладно тебе, боишься. Ну, этот килограмм 5 минимум. Сейчас взвешиваем, весы у нас есть с собой. Чтобы не врать, мы сейчас все взвешиваем. Доволен ты, рыбалка? Да, я весь в крови. Сазани. Ну, хоть не своей. Уже хорошо. Сазанчик у Антохи получился. Ну, 4. 900. В общем, 5 килограмм, можно сказать так. 4 900. Так что отличная добыча. Тихо. Лесно зафиксировал. На 5. Да, чуть-чуть не хватило до 5, просто мало ел сегодня. Ладно, кантер далеко убирать не будем пока. Вот он, сазанчик или нет? Ё-моё. А, это маленький сазанчик. Да. Почему тебе большой, мне маленький, Антоха? Я тоже хочу больших. А я не понял, он морду просто это подсунул к видеокамере. Но я думаю, надо вытаскивать. Чего ждать-то? Что это? Ну, такой где-то. Под килограмм. Ну. Селедочка. Да. Ну, по сравнению с твоими, конечно, теперь все селедки. Черный какой-то этот. Черный, ну. Главное ждать. Надеете, верить. Клюет. Ну, хапуга что-то клюнула. Антоха вытаскивает. Ух ты, карасик. Хапушка сработала сегодня. Наконец-то. Хапуган сработал. Нормальный карасямба, что? Нормальный. Что, отпускаем его карася? Отпускай карася, что у нас сазанчики. Вот так он. Видите, задерживается. Все, пусть плывет. Мы сегодня только сазанчиков берем. Только на жарех. Может, правда, маленько поближе закинь? Поближе закинь, ближе к мотору сюда. Давай, попробуй поближе. О! Даже не глядя вытащил карасик. Хороший карасик. Хороший карасик. Таких что, отпускаем? Отпускаем. Отпускаем. Антоха говорит, вот здесь все сазаны. Мощь! А что, так не хочешь взять? Не хочу. Мой рыба. А ты вытяни его вперед, ну-ка. Вот так. Во, так уже покруче смотрится. А если ты его еще больше вытянешь, будет еще круче смотреть. Если моей башки не будет. Вытягивай больше вперед. О, о-о-о. Не, так маленький кажется. О, еще сам дальше сядь. А его, о. Ну-ка, встань. Вот, во. Нет, вперед вытягивай. Во, сейчас. Вот он. Ох ты, нифига он какой. Какой шустрый, ё-мо. Тихо. Он, смотри, он еще переваливается, собак. Возьми, пожалуйста. Ну, конечно, не такой, как твой. Не 5 килограмм, но... Тем не менее... Есть... Ай, селедка. Ну, стой. Неплохая селедка. Леща мне дает. Складывай, пока не выбросил. Блядь.
Сейчас еще 2 минуты здесь посидим. Если секретный ручей. Да, поедем еще один ручей посетим, попробуем там хапуги закинуть. Там вода мутная, может быть, что-нибудь попадется в хапушки. Давай, пока хапугу складываю, я пока посмотрю, что там. Так, сейчас приплыли в такое место. Тоже ручей, только этот ручей из реки течет в озеро. Там вот такое озеро большое. Рядом туда буквально 300 метров речка. Вот эти, которые в мешке. И вот здесь получается ручеек течет. Течение пока что еще в озеро. Посмотрим, попробуем прямо вот отсюда хапуги забросить. Что получится. Только он уже достает. Ну что ты? Просто хапуги с детства метаешь. Сразу видно. О! Сейчас нормально ставит. Раскрылась она, наверное. Вон только кто-то клевал, раздернул, но, возможно, это мелочевка проплывала. Еще дергается. Не знаю. О, у меня кто-то клевал. Посмотрим, кто там. Если он попался, конечно. Нету никого. Возможно, тоже кто-то мелкий. Как бы нам с тобой друг на друга не закинуть. Ну, чего у тебя там, может, запутался кто? Ух ты! Ха! Вот он, кто у тебя клевал. Лещ! Лещ! Ребятки, мы леща поймали. Давай, отпускай его, пока он не крякнул. Что-то он тут зайчиться смог. Запутался, интересно. Ну, у него, видишь, башка маленькая. Лещок. Мне в хапугу бросил, главное. Хулиган. Да я забросил сейчас далеко, что-то это. Там глубина побольше. Или пусть стоит, видно будет, если утопит, так тащить. Так, ребята, вот такая вот сегодня получилась рыбалка. Отличные сазанчики. Раз, два, три, четыре, пять штучек сазанчиков. Поймали вот этот самый большой, почти 5 килограмм. Отличный, я бы сказал, Антон Сергеевич выцепил сазана. На хапуге нам сегодня здесь не удалось ничего поймать. Но это только потому, что там мы с камерой, где сидели, там тоже уже, ну, как бы плоховато под вечер стало. Поэтому мы решили переместиться сюда, и потому что здесь хотели попробовать. Ну, в общем, как-то так. Ссылка на все снизу, на болотоходы, на хапуги, на подъемники, на все есть. Так что переходите, смотрите, кому интересно. Ну, а мы с таким вот замечательным уловом поперли домой. Сейчас еще дорогу вам покажем, как мы... Как бы нам не потемну еще возвращаться пришлось домой. Ну, по-светлому еще успеем. Газу дадим побольше и все. В общем, всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Дальше будет интересно. Всем пока.